Добрый день, дамы и господа. Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы вас приветствуем в интернациональной церкви для русскоговорящих на Скале, город Варна, Болгария. Пасхальный концерт сегодня ведут моя супруга Ольга и мой супруг Александр Жданович. Ну, раз мы здесь с Олей вместе, то я хочу у тебя спросить, что для тебя значит, Оля, Пасха? Ну, знаешь, когда я была маленькой, я помню, что в чистый четверг мы всегда всей семьей вымывали всю квартиру. Ну, а в субботу вместе с мамой мы пекли рулеты с маком, с корицей, ну и, конечно же, красили яйца. А каждое воскресенье у нас был всегда праздничный завтрак. В это время мы бились яйцами под телевидение о Пасхе. Я тогда только не понял одного. А где мои рулетики с корицей тогда, маком и крашеные яйца? Ну, знаешь, дорогой, я вообще не против даже пасхального зайца. Но вот Пасха для меня — это сегодня открытая дверь ко спасению на земле и на небе. И это мой шанс шагнуть в вечность. Ты, как всегда, права. Секрет настоящей Пасхи нам чуть позже сегодня расскажет Геннадий Ни. И это человек, который сегодня представляет нашу русскоговорящую церковь в Варне. И на нашем концерте, который продлится всего лишь полтора часа, вы услышите музыкальное исполнение лучших голосов нашей церкви на русском и даже английском языках. Вам откроют самый сакральный секрет Пасхи Христовой. Услышите удивительную историю о том, как чудеса Божьи приходят даже в самую обыденную человеческую жизнь. Ну а на десерт, как обычно, вы полюбуетесь выступлением нашей детской христианской школы «Пилигрим». Дорогие друзья, просьба перевести свои телефоны в беззвучный режим, и мы начинаем. И сейчас откроет нашу концертную программу группа прославления «Церкви на скале». Встречаем. Христос воскрес, церковь! Христос воскрес! Христос воскрес! Действительно, Он воскрес 2000 лет назад, и Он дал нам спасение. Аминь. Благодаря тому, что Иисус воскрес, Он дал нам надежду, что мы не умрем, но будем жить вечно. На кресте Он забрал все наши немощи, болезни и проклятия. И это действительно прекрасный день, когда мы можем праздновать не только воскресение Иисуса Христа, но воскресение нашей жизни новой во Христе. Аминь. Будем славить Его и прославлять. Аллилуйя! Возьми свой голос Господу, воздай Ему хвалу. Бог, достоин всей славы. Иисус, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Ты воскрес, Ты живой, Ты есть, Ты будешь всегда. Аминь. Тебе, Иисус, скажи, Спаситель.
Господь мой искупил от греха меня. О, всесильный, вовеки ты жизнь мою меняешь, знаю я. С небес пришел на землю, чтобы мир спасти, единородный сын. За грехи умер ты, но на третий день воскрес. Ты нам путь указал и спасение даровал. Аллилуйя! За все хвала! За грехи умер ты, но на третий день воскрес. Ты нам путь указал и спасение даровал. Аллилуйя! За все хвала! Тебе хвала, наш Бог! Тебе вся слава, Тебе вся честь. Ты великий, Ты достоин. Знаю я, с небес пришел на землю, чтобы мир спасти, единородный сын. Знаю я, с небес пришел на землю, чтобы мир спасти, единородный сын. За грехи умер ты, но на третий день воскрес. Ты нам путь указал и спасение даровал. Аллилуйя! За все хвала, за грехи. Умер ты, но на третий день воскрес. Ты нам путь указал и спасение даровал. Аллилуйя! За все хвала. За грехи умер ты, но на третий день воскрес. Ты нам путь указал и спасение даровал. Аллилуйя! За все хвала. Аллилуйя! Аллилуйя! За все хвала. Аллилуйя! Аллилуйя! За все хвала. Все слава, Ему за все хвала. Он достоин всего. Аминь. Будем радоваться, будем славить. Скажи, я живу, чтобы славить Господа. Я живу, чтобы являть Его чудеса в своей жизни. Аминь. Иисус живет в нас. Чтоб восхищать Господь.
достоин всей славы. Иисус, ты один, с кем быть хочу, но для кого живу. Иисус, ты святой, Господь живой, всю славу воздаю. Господь за нас страдал, отдаю себя, и ты жизнь отдал мне. Подобных нет тебе, Бог, подобных нет тебе, Бог. Эй, нет подобных тебе, Господь, ты великий, ты чудный, ты Бог наш. И нет другого, как ты. Давайте все вместе скажем. Ты Бог мой, ты Бог мой, ты Бог мой, нет другого. Ты Бог мой, ты Бог мой, ты Бог мой, нет другого. Ты Бог мой, ты Бог мой, ты Бог мой, нет другого. Ты Бог мой. Господь за нас страдал, отдаю себя, ведь ты жизнь отдал мне. Подобных нет тебе, Бог, подобных нет тебе, Бог. Нет подобных тебе, нет других, как ты. Ты великий, вся слава тебе. Действительно, мы благодарны Богу за то, что нету такого другого, что Он один. И только благодаря Ему, только через Него мы имеем эту жизнь вечную, это спасение. Аминь. Будем поклоняться Ему на этом месте. Он достоин всей славы. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Ты великий, Ты достоин. Заботы на тебя, грех свой оставляю у креста, мне гордиться нечем без тебя, ты хвала моя. Жизнь моя, Господь, в руках твоих, ты творец судьбы. Каждый миг, что дал.
Спаситель, ты мой Господь, ты моя защита, источник для меня. Воскрес. Мы верим в Твою церковь. Мы верим, что Ты вновь грядешь. Мы поклоняемся Тебе и любим Тебя, Иисус. Наш вечный Создатель и Творец, Бог всемогущий. Вновь от Святого Духа родился Сын Христос, Спаситель Иисус наш.
их единство и в Твою церковь, Бог. Верю я в силу воскресения, когда Иисус придет, ведь верю я в Твое имя, Иисус. Верю я, Ты Бог, Отец наш, верю я, Ты Сын Христос. Иисус воскрес! Иисус воскрес! Иисус воскрес! Аллилуйя!